Добрый день, уважаемые коллеги. Как видно, мы рады вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. Для начала, да, давайте проверим звук. Если у вас со связью проблемы, прошу перезайти по ссылочке вебинара. Это должно помочь. Так, отлично. Плюсики, огонечки говорят о том, что со связью все в порядке. Давайте еще минуточку буквально подождем всех, кто к нам спешит. Отлично. Думаю, что все, можно начинать. Итак, тема сегодняшнего нашего вебинара – это склад на ERP в прошлом, прыжок в будущее вместе с Axelot VOS X5. Сегодня мы поговорим об одном из наших решений для автоматизации складских процессов. Это Axelot VOS X5. Ведущими вебинара буду я, менеджер по работе с клиентами Чебанова Нина, а также функциональный архитектор по направлению автоматизации складской логистики Юрий Пышков. Добрый день, коллеги. Итак, по таймингу у нас сегодня следующий план. Около 10 минут мы уделим вводной части. Поговорим о предпосылках появления ВОЗ в линейке наших решений, а также об актуальности этого решения на данный момент. Основную часть времени Юрий будет рассказывать про функциональные возможности системы. Вот. Ну и, конечно же, мы оставили 10 минут на ответы. Вот. Так что вы можете параллельно с вебинаром уже задавать ваши вопросы в наш чат. Итак, думаю, что начнем. Мы занимаемся автоматизацией логистических процессов уже 25 лет. За это время мы видели тысячи складов с абсолютно разными бизнес-процессами, как по своей сути, так и по сложности. Большинству из них требуется серьезное промышленное решение класса ВМС, чтобы управлять процессами склада в полностью автоматическом режиме. Однако встречаются условно простые склады, скажем так, для которых функционал ВМС просто избыточен. Это видно не только нам, когда мы приезжаем обследовать площадки, но и многие наши заказчики говорят, ВМС — это слишком круто для этого склада, а есть что-то попроще. Все мы понимаем, что в современном мире на каждом складе нужен нормальный учет. Но как его организовать? При этом зачастую функционала ERP недостаточно, или довести до ума складской учет в ERP – это слишком трудозатратно, а внедрять ВМС – избыточно. Дилемма, правда? Так вот и появилась ВОЗ. Фактически мы совместно с нашими клиентами нашли новую нишу. Важно отметить, что на сегодняшний день в различных отраслях бизнеса растут требования к детализации учета товара на складах. Помимо серий, партий, сроков годности, все чаще появляется необходимость вести учет по КИЗам. Ввиду активной волны импортозамещения, количество предприятий с такого рода требованиями встречается все чаще, и их количество однозначно будет только расти. При этом не каждое ERP-решение способно удовлетворить все эти требования. И тут мы рекомендуем выбрать наше решение, потому что для ВОЗ такой проблемы просто не существует. Каждая компания стремится повышать уровень отказоустойчивости своих IT-систем. Поэтому уже несколько лет на рынке актуален уход от монолитных систем в сторону вертикальных решений, решающих задачу автоматизации узкой предметной области. И также IT-директора перестали строить, скажем так, монстров, когда одна система отдельно решает все задачи, и в случае, если она падает, страдают абсолютно все. Наоборот, бухгалтерия отдельно, зуб отдельно, и склад тоже должен жить отдельно. А ВОЗ отлично поможет разгрузить корпоративную систему. Также стоит отметить, что модернизация IT-ландшафта – процесс многогранный. Кто-то сейчас закладывает в свою IT-стратегию замену ERP-решения, кто-то переходит с УПП на ERP, кто-то переходит с западных решений на отечественные. В последнее время это все чаще
все чаще мы видим это на рынке. Кто-то просто формирует дорожную карту обновления ПО на различных функциональных участках. То есть в том или ином виде есть инициативы о появлении в компании новых систем. Есть функциональность, которую надо повторить. Появляется куча требований, до которых руки ранее не доходили. И есть требования-триггеры, ставшие основными причинами старта подобных проектов. Момент появления новых систем – это практически единственная возможность правильно декомпозировать процессы и правильно распределить их между бизнес-системами. Актуальность ВОЗ в том, что она дает возможность разгрузить смежные системы за счет более точного попадания в потребность складского хозяйства, за счет возможности управлять очередностью большого проекта автоматизации компании, за счет смещения операционной деятельности в ВОЗ, ну и, конечно же, за счет однозначно лучшего потенциала по развитию складского функционала, то есть вплоть даже до миграции на ВМС X5. В последнее время очень популярно быстро получать какие-то результаты. Мир очень переменчив, экономическая ситуация меняется практически каждый день, и мы это видим, и компании все реже хотят проекты долгостроя. Наоборот, хотят сделать что-то быстро и начать работать по-новому уже завтра. И когда мы говорим про автоматизацию складских процессов в ERP-решениях, ну, если честно, звучит как утопия. Но отдельное решение, такое как Axolot ВОЗ X5, может осуществить эту цель и дать быстрый результат. Итак, собрав все вышесказанное, можно определить условно целевую группу складов, которым ВОЗ подходит больше всего. Конечно же, в первую очередь это склады с простыми бизнес-процессами, такие как склады при производстве, склады материально-технического обеспечения, дарксторы. И исходя из нашего опыта, этим типом складов не всегда требуются сложные алгоритмы. Алгоритмы планирования, отбора, пополнения, размещения. Там все можно делать гораздо проще. Но так как в ERP-системах удовлетворить даже небольшие потребности в автоматизации таких складов бывает трудоемко, зачастую склады такого типа либо живут в Excel, либо ограничиваются уровнем «пришло-ушло», что, конечно же, не позволяет сделать склад конкурентным преимуществом компании. Так, ну что, коллеги, я думаю, что самое время поговорить про функционал ВОЗ. Юрий, я передаю тебе слово. Спасибо, Нина. Даже не знаю, что добавить. Там много чего добавить. Чтобы продолжить тему, для кого же подходит система класса Warehouse Operation System и в чем ее основные преимущества перед классическими ERP-системами, необходимо разобраться в функциональных возможностях данного продукта. И давайте для начала рассмотрим, что предлагает нам система для настройки топологии склада. И тут сразу хочется отметить возможность в рамках одной инсталляции вести учет нескольких складов с разделением доступа пользователей к документам и запасам соответствующего склада. Это может быть полезно для тех, у кого в компании несколько удаленных складов или помещений, которые требуют автоматизации, и в них выделены материально ответственные сотрудники. При этом в рамках каждого склада можно определить уровень требуемой детализации топологии. Ведь для складов небольшой площади и с небольшим ассортиментом продукции адресный учет избыточен. А где-то введение адресного учета является обязательным требованием, так как это может значительно ускорить процесс поиска товара при сборке заказа. При этом есть два основных подхода с адресным учетом. Первый – это когда ячейки указываются справочно, только в качестве подсказки для выполнения операций, без отслеживания точных остатков по ним. Данный подход соответствует возможностям большинства корпоративных систем, особенно старых модификаций. Второй вариант – это когда требуется вести строгий количественный контроль остатков по ячейкам. А это уже, как мы понимаем, ближе к возможностям полноценной системы класса ВМС. Кроме требования возможности ведения адресного учета, на складах
Вот. На своих проектах мы часто сталкиваемся с необходимостью введения дополнительных разрезов учета товара, таких как партия, серия, лоты. Вот. Это требуется для контроля прослеживаемости партии от поставки или производства до конечного покупателя. А, к примеру, разрезы по датам производства или срокам годности, да, требуются для соблюдения методов ФИФО при сборке заказов. При этом желательно учитывать требования клиентов к остаточному сроку годности. Конечно, во многих учетных системах существует возможность ведения серии и партий. Но внедрение ВОС позволяет решить данную задачу, не меняя учета в текущей корпоративной системе. Вот. При этом правила учета настраиваются до конкретного товара, а не на уровне складов, как это реализовано в большинстве систем. То же самое хочется, это касается и учета товара по качеству, таких как брак, годен, уценка, карантин, да, и возможно у вас еще что-то есть. Многие для решения данной задачи используют разделение остатков на виртуальные склады. Но это либо не соответствует физическому положению товара на складе, либо усложняет товарооборот, заставляя выделять зоны и оперативно перемещать туда товар соответствующего качества. А вот если установить отдельную складскую систему, мы легко решаем данную проблему. Выявленный товар ненадлежащего качества может храниться в ячейке, где был обнаружен, ровно столько, сколько нужно, и при этом он не будет доступен для отгрузки клиентам, пока не будет сформирован заказ на товар с соответствующим качеством. Или не появится возможность или потребность переместить его для утилизации или переработки. Вот. Еще одной особенностью ВОС является возможность учета упаковок с разной вложенностью. Всем знакома ситуация, когда производитель меняет вложенность упаковки, и складу в один момент времени приходится хранить разные упаковки одной номенклатуры, что часто является причиной ошибок при сборке заказа. А когда возникает задача отгрузить клиенту товар строго указанной упаковки, то можно услышать, что это требование выполнить невозможно, либо слишком трудоемко. Но не для ВОС, так как идентификация товара, учет запаса, формирование задач, а также соблюдение требований клиентов с учетом конфигурации упаковок, все это уже есть в базовой поставке данного программного продукта. Говоря про различные требования к учету товара, нельзя упомянуть о таком явлении, которое заставило многих пересмотреть свое отношение к системам управления складом. Я говорю о национальной системе маркировки и прослеживания продукции. На мой взгляд, честный знак стал не только причиной снижения контрафакта, но и причиной роста уровня автоматизации российских складов и, как следствие, повышения качества предоставляемых логистических услуг на рынке. Если у вас на складе уже хранятся товары, подлежащие учету в честном знаке, или в ближайшие годы вас это может затронуть, то уже сейчас стоит задуматься о складской системе, позволяющей принимать товар по прямому или обратному акцепту, идентифицировать товар по КИЗам, учитывать остатки не только КИЗов, но и их агрегаций, а при необходимости блокировать и отправлять уведомления о формировании новой агрегации или изменении существующей. Все требования к учету товара, которые предъявляются к современному складу, не могут быть полноценно реализованы или будут чрезмерно трудоемки для склада без использования терминала сбора данных, которые позволяют упростить процесс ввода данных, повысить качество и скорость, а главное снизить количество ошибок при выполнении складских операций за счет возможности идентификации товара по штрих- и QR-кодам. И тут хочется отметить дружелюбный интерфейс нового мобильного клиента, разработанного компанией Axelot, который теперь позволяет применять в работе свайпы, что упрощает доступ к некоторым функциям. Мобильные клиенты корпоративных систем не могут похвастаться не только своим юзер-френдли, но даже возможностью покрытия всех складских операций, а иногда даже отсутствием поддержки работы в онлайн-режиме. Доступ исполнителей к задачам через терминал сбора данных настраивается ВОС параметрически через ролевую модель.
при которой сотруднику будут доступны только те задачи, которые соответствуют его должности. При этом в зависимости от роли могут меняться и правила выполнения тех или иных операций. С основными моментами вроде закончили. Давайте теперь рассмотрим входящий поток товара на склад. Все начинается с плана поступлений, который может быть создан либо вручную непосредственно в системе ООС, либо загружен из внешней системы. И тут хочется вот что отметить, что для внедрения полноценного адресного учета в некоторых часто используемых корпоративных системах требуется обязательный переход на ордерную схему, в которой, на мой взгляд, нет ничего плохого. Но далеко не все компании готовы менять свой внутренний документооборот ради этого. А с внедрением ВОЗ для загрузки плана поступления может быть использован абсолютно любой документ корпоративной системы, который соответствует вашему существующему бизнес-процессу. Вот. Будь то заказ поставщика, поступление товаров и услуг или перемещение. Далее этот план может быть сконвертирован в ожидаемое поступление внутри ВОЗ. И тут мы имеем возможность по заданным правилам сгруппировать несколько планов в одно ожидаемое поступление. Это часто требуется, когда в одной машине поступает товар по разным накладным. И чтобы сотруднику не сортировать товар, мы можем обеспечить пересчет данной продукции в рамках единого документа, который объединяет поставку. Сам процесс выполнения приемки товара на складе может выполняться как по бумажной технологии, так и с использованием ТСД. При использовании ТСД появляется возможность контролировать план-факт, а также вводить необходимые параметры для учета товара непосредственно при выполнении пересчета поставки. А ход выполнения операции можно отслеживать в режиме реального времени. При этом ячейку размещения товара можно также указывать с ТСД, либо при выполнении приемки, либо после ее выполнения на этапе перемещения товара в хранение. В обоих случаях эта система может подсказывать, где аналогичный товар числится или должен числиться, ячейку последнего размещения данного товара или пустую, доступную. Вот. Но при этом может быть выведен массив ячеек, и окончательное решение за местом фактического размещения товара будет за исполнителем. Что касается исходящего потока, то мы тут также имеем возможность формировать планы отгрузки и группировать их в единый заказ. Это применимо, когда одному клиенту было выписано несколько накладных, и мы можем их собрать одним заходом на один поддон или в одну коробку, сократив тем самым лишние пробеги и увеличив скорость сборки заказов. Вот, сама сборка заказов может выполняться как по бумаге, так и с ТСД. В системе реализовано два основных варианта сборки товара. Отбор с автоматической отгрузкой товара, например, когда товар отбирается из места хранения непосредственно в транспортное средство или в руки получателю. А второй вариант – это сборка с формированием грузового места. Этот способ подходит, когда сборка товара выполняется заблаговременно, а по факту прибытия транспортного средства выполняется отгрузка грузовых мест без детализации товарного состава. Вот. А что касается внутренних операций, если на складе используется строгий адресный учет, то все внутрискладские перемещения между ячейками должны быть тоже отображены в системе и автоматизированы. Это может быть выполнено по заранее спланированному заданию в системе или в результате выполнения свободного перемещения, фиксируя факт данной операции. Вот. Ну и последней, немаловажной складской задачей является процесс выполнения инвентаризации, который в системе ВОЗ может выполняться
либо для всего склада, либо для конкретной зоны, либо для ячейки, ну или по конкретному товару, который требуется проинвентаризировать. Сам процесс может выполняться с терминала сбора данных, что позволяет оперативно выполнять контроль остатков и поддерживать их в актуальном состоянии. Ну и давайте теперь подытожим все вышесказанное. Если вы хотите сократить количество ошибок при приемке и отгрузке за счет внедрения штрих-кодирования, увеличить скорость сборки заказов и снизить зависимость от персонала, внедрив адресный учет и работу через терминалы сбора данных, если вам необходимо снизить объем списаний по причине образования просрочки, используя методы FIFO при сборке заказов, или у вас появилась потребность в дополнительных разрезах учета товара, но реализовать это все в ERP невозможно или слишком трудозатратно и нежелательно, то в качестве альтернативы рекомендуем вам рассмотреть программное решение класса ВОЗ от компании Axelot. Юрий, спасибо, было очень интересно. Так, коллеги, да, я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросики. Мы пока будем параллельно с ними знакомиться. Постараемся, конечно, на все вопросы дать ответы. Так, ну что, давайте подытожим наш вебинар. Подытожим наш вебинар. Если вы хотите автоматизировать свой склад уже сегодня, но считаете, что ВМС будет избыточный, а сильно кастомизировать ERP вам не хотелось бы, давайте внедрять ВОЗ X5. Несомненно, отдельное решение позволит разгрузить корпоративную систему.